Привет, мои дорогие девочки. Сегодня я хочу взять вас с собой в торговый центр. И я бы хотела взять вас с собой конкретно на открытие магазина, которое будет происходить в торговом центре. Я впервые еду на такое мероприятие, и до того, как я открыла свой блог на YouTube, я не следила за открытиями какого-то рода магазинов, уж тем более косметических магазинов. Я просто посещала эти магазины по мере необходимости и по мере моего любопытства, скажем так. Сегодня я хочу взять вас с собой и посмотреть, как же будет выглядеть открытие магазина Нюкс, видимо. И я очень рада, что в наш город пришла тоже эта косметика, хотя на самом деле мне эта косметика не очень нравится. Я ничего особенного из этой косметики не имею, у меня есть только румяна-хайлайтер. Я обязательно вставлю здесь, какие у меня румяна-хайлайтер, которые мне совершенно не понравились. Я приобретала их, насколько я точно помню, на американском Amazon, и они стоили там сущие копейки. Посмотрим, что здесь как стоит. Но скажем прямо, что не понравилось мне качество, в общем-то, этого продукта. Также я хочу еще зайти в магазин H&M, потому как моя любовь к просмотрам видео Габи закончилась тем, что я хочу все же себе приобрести футболки из органического хлопка. В связи с тем, что мой базовый гардероб, который, по моему мнению, очень спорный, вроде в самом этом понимании. Мне кажется, что базовый гардероб – это базовый гардероб для каждой женщины, он каждой женщины свой. И общего понятия базовый гардероб, как мне кажется, не существует. Базовый гардероб существует понятие для каждой женщины. Но я отвлеклась немножко и хочу сказать, что и хочу заехать в H&M, взять эти хлопковые футболки. У нас я их видела черная и белая в комплекте, и у нас я их видела цвет хаки и, скажем, там грязно-сиреневый цвет. Я думаю взять белую с черным. Много раз я уже вокруг них ходила. Я все жду скидок, девчонки, на них. Я все жду скидок. Не люблю я покупать товары, когда они без скидок. И вот я все жду. А скидки уже закончились, а на эти футболки скидок нет. Поэтому решила я, что нужно пойти, заехать и заодно взять эти майки, потому как сейчас самый сезон носить именно вот такие вот футболочки. В общем-то, вот таким образом мы с вами сейчас прогуляемся. Далее у нас будет поход на детский день рождения. В общем-то, день сегодня насыщенный, но я хотела бы вас взять с собой именно в первую половину дня.
хочу я вам сказать по поводу футболочек H&M. Прям мне не повезло. Нет моего размера. То есть есть L-ка, есть S-ка, но мне нужна конкретно M-ка. Я не хочу, чтобы у меня как-то в обтяжку совсем были эти футболки. Мне как-то этого совсем не хочется. И не хочу, чтобы уж слишком висели эти футболки. То есть мне нужно конкретно размер M. M-ки наши, там, где я была в магазине H&M, не оказалось. У нас есть еще магазин H&M. Я сегодня туда не поеду, но жгучее желание приобрести эти футболки у меня появилось. Я их обязательно приобрету. Все, я посматриваю на рубашки из серии H&M. Но как-то, честно говоря, все-таки я еще не очень готова на вот эти вот рубашки. Я знаю, что я куплю и буду иногда одевать, но это будет просто она у меня будет висеть, особенно я ее носить не буду. Поэтому пока не созрела, я их даже, честно говоря, пока не мерю. Хотя уже начинает появляться желание для покупки рубашки в клеточку, например. Мне очень нравится сочетание красно-бело-синей клетки. То есть фон красный, белые полоски и синие, как бы двойные полоски делят рубашку на клетки. Вот, это по поводу покупки футболок. И самое главное, зачем я, собственно говоря, ехала в центр, это открытие магазина Nuxe. Ну и здесь все, как я себе, в общем-то, и представляла. Это было не открытие магазина, это было открытие корнера. Причем я приехала в 20 минут 11-го. Никаких таких развлекательных мероприятий не было. Просто поставили корнер. В нем стоит косметика Nuxe и бегают три приятные девушки, может быть, не очень приятные девушки, и спрашивают, чем они могли бы помочь. То есть никаких таких, скажем так, мероприятий, которые бы привлекали к себе посетителей, я, например, не заметила. Я считаю, что косметика не очень известная. И ценовая политика по сравнению, кстати, по сравнению с ценами на том же самом Озон, очень, кстати, немала, что меня очень удивило. Нет таких цен, которые даже в связи с ростом валюты, все равно получается какая-то очень бешеная накрутка. Но суть не в этом. Суть в том, что не было никакого амбициоза, не было ничего такого сверхъестественного. Просто открылся корнер. В этом корнере, в принципе, малое количество косметики, какой-то есть ассортимент. Но, кстати, я не заметила, кстати, пигментов в Nuxe. Их пигментов я что-то почему-то не увидела. Обратила внимание, что у них есть много матовых помад, как вот в стике, так и в тубе. Это обратила внимание, что у них очень много медовых помад. Девчонки, прошу прощения, уже солнышко очень светит, придется одеть очки. Вот. Ну и, собственно, всех жителей Ростовской области я, конечно же, поздравляю с тем, что в нашем городе все больше и больше и больше открывается все больше и больше магазинов всяких разных. И
очень многие продукты уже нам доступны, это очень радует. Также смотрю, пооткрывались корнеры у нас уже Анастасия Беверли-Хиллз, Слик я уже даже увидела, как бы есть корнеры. То есть у нас уже много чего можно приобрести. Вот. Ну и вот таким было мое небольшое путешествие. Сейчас я направляюсь домой. Будем собираться на детский день рождения. Пойдем отмечать 6-летие нашей подружки. Вот, вам всем приятных выходных. Желаю вам удачно проведенных теплых деньков, которых осталось очень-очень-очень мало. Желаю вам тепла в душе, желаю вам тепла в семье. И самое главное, чтобы ваше настроение сохраняло всегда ту теплоту, то настроение, которое хочется вам. И до новых встреч всем!